Подарки самым опытным, остальным мяч и лучшее футбольное поле региона на центральном стадионе «Труд». Это товарищеский матч сборной правительства региона и ветеранов Ульяновской «Волги» против сборной ветеранов ульяновского футбола и хоккея. Им 25 лет. Этим поединком в регионе венчали серию мероприятий в честь 75-летия футбольной «Волги». За победу в нем спорили известные футболисты и хоккеисты, в разные годы выступавшие под брендом ульяновского клуба. Из родной Йошкар-Олы приехал даже самый результативный форвард в истории «Волги» – Владимир Пронин. Именно он открыл счет в матче. Мне кажется, это вид спорта, никогда не, от него не устанешь. Все время, мне кажется, от мала до велика, и все это вовлекает в себя этот вид, что уже, мне кажется, от него никогда не отойдешь. Против ветеранов играть всегда интересно, всегда тяжело, потому что с каждым годом они становятся только терпче и крепче, потому что опыт – это действительно настоящая легенда нашего футбольного, хоккейного клуба «Волга». Несмотря на товарищеский характер поединка, ветераны футбола и хоккея проявили массу волевых качеств. Проигрывая со счетом 0-3, во втором тайме они перехватили инициативу и сумели сравнять счет. Ничья 3-3 – самый прогнозируемый результат для игр подобного статуса. Михаил Сашанский, Управда ТВ.